Всем привет! Сегодня будет обзор журнала «Я шью», второй номер 2022 года, на большие размеры. В одном журнале собраны и мужчины, и женщины. Мужчины рост 178-184, размер 52-72. Женщины 168 рост, 172, размер 52-70. То есть это будут большие размеры. Сразу хочу показать вам парад моделей. Много интересных разноплановых вещей. Например, вот такое платье симфония. Смотрите, как здорово оно смотрится. Необычное. Вроде и пояс, и не пояс. Да? Красиво. Красиво. Идем дальше. И что, вот мой фаворит, мне очень понравилась вот эта блуза гамма. Я такую себе хочу шить. Мне нравится ее посадка. Вот смотрите, какие интересные выточки у нее идут. Вот здесь вот видно. Вот, и сама посадочка прям здорово. Мне нравится. Хочу такую. Пальто тут есть с капюшоном. Одажа называется. И вот смотрите, платье. На крупных женщин вообще выигрышный вариант. Замечательно смотрится и с туфельками, и с кедами. Пожалуйста. В общем, хоть как. Классно платье. Элегия называется. Топ. Вот такой вот. Даже трусы есть. Двигаемся дальше. Здесь у нас свитшот. Юбочка. Мелодия. Юбочка. Смотрите, как смотрится костюм свитшот, да? Класс, класс. Вообще замечательно. Здесь еще вот мне понравились брюки Alt со стрелочками. Тоже я взяла на заметку. Кардиган, смотрите, он без нижней резинки для полных женщин, для крупных. Это очень здорово. Смотрите, как он смотрится и с брюками, и с юбкой, пожалуйста. Выбирайте любой вариант. Класс. Красавец, мужчина. Шикарные брюки. Да, смотрите, какая посадка хорошая. Мне нравится тоже. И толстовка хорошая. То есть в этом журнале, в принципе, можно найти все. Здесь у нас парад моделей в тех рисунке. Как обычно, все размерные признаки, все таблицы, все это дано. Вот они все, вот эти вот выкройки. Все здесь. Мне понравилось. Я рекомендую такой журнал приобретению тем, кто шьет на заказ, либо кто обладает вот такими шикарными большими размерами. И, как всегда, здесь есть все QR-коды, где можно посмотреть инструкцию, в YouTube видеоинструкцию пошива и все координаты журнала «Я шью». Вот такой вот замечательный журнал теперь у меня есть.